Здравствуйте, друзья. Сейчас ко мне пришла реклама, попробую разобраться. Уж больно шикарно выглядит. Да. Так, ну, понятно, что 100-граммовые плоды. 3 с лишним раза бросили цену. Наверное, нет, я за такое 10 тысяч продал. Давайте посмотрим. А, для Сибири. Вначале посмотрим, правда ли это. Так, найти изображение в Яндексе. Это же учебный фильм. Найти изображение в Яндексе. Смотрим. Если это именно сделано на этом. Сад у них есть, питомник есть. Давайте посмотрим. Ой. Так. Ой. Ну, все понятно. Вывод такой. Эта фотография была присвоена. И в каком-то из этих садов, скорее всего, на крайнем юге. Вот. Ну, вот уже она стала в Карелии, в Москве. Вот она из Крыма. Крыму ее тоже нет. Потому что они тоже фотографии присваивают. Барнауле. Так. Получается, в Барнауле это Кондовая Сибирь. И там это чудо растет. И вот она уже называется Рабада в Москве. Еще дешевле. Вот уже лучистый. Вот уже украинский язык. Вот. Москва, Подмосковье, Мелитопольский ранний встал сразу почему-то. В общем, вы поняли, вот это все, вот сколько вы видите, это все обманщики. Все. Не обманщики, только я не буду подозревать, допустим, все-таки, значит, украинцы, эти самые москвичи, все они эти самые, как они называются там. Ну, в общем, все они присвоили фотографию именно сделанную вот в этой фирме. Так. Ладно, поверили. Почему нет? Вот. Теперь давайте посмотрим. Ух ты, а саженцы какие. Да, у них саженцы, наверное, свои. Ага. Так. Итак, как теперь выбраться отсюда? Ага. Так, саженец это очень некачественно. Я вот такие саженцы выбрасывайте сразу. Вот, то есть мне уже вот эта фирма перестает нравиться. Хотя я еще не обвиняю. Наверное, фотографии их нет. А почему нет? Так, покупайте с уверенностью. Так, теперь отсюда надо выбраться. Отсюда надо выбраться. Ага, вот выбрался. Теперь смотрим. Я сибиряк, что для Сибири годится. Для севера. Так. Для севера. То есть получается выращено в Сибири. Да. Где выращено? Ух ты. Ух ты. Ух ты, ну вот это не их фотография, это не их фотография, это с интернета. Это не их фотография. Знаете почему? Вестник волновидная, их в природе не существует ни одной. Вот. Яблоня волновидная, но это может быть. Стараюсь быть объективным. Саратовский рубин. Не знаю. Долго смотреть. И так выращено в Сибири. Ну, давайте посмотрим. Теперь нам нужен адрес сибирского питомника. Именно сибирского маточного сада. Именно сибирского. Смотрим. Так. Саратовская область, город Тенгиз. Так, ладно. Где же сибирский? То есть у них должен быть филиал в Сибири. Я-то знаю, что этот самый, он все время светится реклама. В Саратове, наверное, там, в городе Энгельсе, Саратовского, наверное, там и выращивают. Но вот Сибирь, где?
Вот, как узнать-то? Как узнать-то, как же получается? Что же получается? Да. На северных широт. Эксклюзивное предложение. Это для меня, Сибирька. Слава Севера, вечно без Севера. Ого. Ничего понять не могу. Ничего понять не могу. Так. Город Энгельс, Саратовская область. Время сейчас у меня 5 утра, звонить, конечно, не буду. По Москве у меня 5 утра. Так. Так. О нас. Может, здесь про Сибирь? О нас. Интернет-магазин. Так. Интернет-магазин. Один из крупнейших. 10 тысяч сортов посадочного материала. Серьезная фирма. Вот директор Екатерина Морозкина тоже. Лисинский, наверное, сотрудник. И опять же Саратовская область. Так я не понял, где Сибирь. Жаль, не могу я сейчас позвонить. 8, по-русски 8 927 14 41 868. Давайте так, друзья. Попробуйте вы, интересно все-таки. А потом этот самый. А потом со мной спишитесь как-то и скажите, какой был результат. А то я днем меня тут не бывает, а там, где я бываю, там связи нет. Кухомань, Шушенский район. Так, все-таки хотелось бы знать, где в Сибири находится маточный сад. Ну, на этом я остановлюсь. Заметьте, ничего не подозреваю. Ну, посмотрите, какая милая женщина. Ну, не может же она обманывать. Наверное, в Сибири есть питомник. Есть маточный сад. Все, благодарю вас за внимание.